Вот сегодня выехал к ребятам. Сейчас отойду. Монтируем навес заказной. 6 на 6 по осям. Смотрите. Скажу, сейчас сниму как раз. Вот смотрите, самое что проблема, когда сваи делают, когда вы делаете сваи, вы заказываете кого-нибудь, вы обязательно, чтобы осевые размеры проверите. Наши-то четкие, видите, как не сходятся. Вот в этом самая проблема, когда делать не бетонные, а сваи. Сейчас про навес расскажу. Из чего и как он изготовлен. Трубы заказывали специально Метакоми в Новосибирске. Это оцинкованная труба 80 на 83 мм. Сверху идет 40 на 40, 20 на 40 развязка. Прогонная часть 40 на 20. Там на ребро специально, видите какая. Все это идет в единой плоскости, то есть скелет. Вот ошибка многих, кто производит навесы и там конструкции, даже теплицы. У них прогоны сверху, то есть у нас скелет полностью, то есть поликарбонат ложится одной плоскостью на всю конструкцию. То есть нету ни прогибов, ничего. Вот поэтому и всем рекомендуем так же. Почему другие так строят, даже понятия не имею. Ну или халтурно так относятся к своей работе. Мы в Екатеринбурге находимся, сейчас в Шабровском. Вот такая мощный навес. Автомобильный. Здесь стройка идет. И мы соответствующе тоже рядышком. Меня слышно хорошо. То через ухо разговариваю. Вот. Навес, выпуск за забор. Поликарбонат 8 мм, бронза, премиум качество. То есть это новатра. Дешевле не берем, никому дешевый не ставим. И не рекомендую. Соединение, обратите внимание, все на болтах, М8, гаечки, шайбочки, прогоны только верхние на саморезы, по 4 самореза, кровельные, мощные, 5,5. Соединение, болгайка здесь разрезные сделали, фермы, потому что ферма получилась больше 7 метров, в камеру не входила, поэтому сделали ее разрезную. Так в основном мы делаем цельносварную. Видите, с веса, потому что еще и в камеру не входила она у нас. Сам монтаж. Давайте посмотрим. Да, ну, как соответствующая полимерно-порошковая покраска, цвет 80-17. Вот видите, все это. Шайбы. Шайбы применяем, когда толщины ставим вот такие вот специальные, которые не разрушаются, между прочим. Специальные гермошайбы через саморез. Потом профиль торцевой, перфолента. Ну, все как в лучших традициях уральской усадьбы. Все это делается. И база, крышка, соединительный профиль еще. Сегодня у нас минус жесткий, парни. Замерзли. Я тут без перчаток. Поэтому даже руки уже отваливаются. Резко сегодня пришел минус. И вот такая вот обвариваем. То есть столбы уже подготовлены были с косынками. Потом все это будет очищаться и подкрашивать. Вот только вот единственный минус при таком монтаже — это вот подкраска и сварка на месте. В основном такие навесы делают ленточный фундамент или плиту, и мы просто закрепляемся анкерами десятыми. Пойдемте, вам еще покажу, здесь теплица наша стоит. Не знаю, сколько лет, но этот цвет еще светло-серый. По-любому еще, наверное, черная труба. Это стоит крепыш. Да, 70-35 покраска. Сейчас зайдем, вот видите. Шайбочки, все. Резиночка еще светлая. Какая красота. Сейчас заглянем, вам еще
Ой, там тут тепло, погреться. Это фермер даже. Это не крепыш, это фермер. Еще обратите внимание, старые двери со шпингалетами. И дверь не как сейчас, а просто разрезная. Обратите внимание, то есть видите, как мы меняемся. Сидираты посеяны. Там даже, видите, для рассады весенней, ранней. Свет заведен, все красиво так сделано. Фрамуги для летом, форточка, дверь. Это еще у нас уже, это цинк, видите, разрезной. Да, это уже оцинкованная теплица. Ни капельки ржавчины, как мы видим, только грязь. Вот под листами. Это можно с керхера промыть, конечно. Это уже оцинкованные, да, теплицы. Фермер. Видите, тут такой маленький закуток сделан для ранней рассады. Лампочки, подсветочка сделать утепленная. Вот, видите, как кто может заниматься. Видимо, дверка здесь. А, тут закрывается вот как эта шторка. И раннюю рассаду, видимо, ставить. Экспериментировать даже. Ну, вот. Фундамент мы такой не делали. Это капитальный, как видите, брус сделан. Зашел погреться хоть. Свет заведен, вот розеточка. Сейчас, конечно, на шаг вперед мы шагнули. Кто за нами следит, и двери другие, фурнитура другая. Но само качество изготовления на высоте. В основном, раньше, когда делали такие теплицы, ну, из черной трубы, там даже покраска была полимером, ржавела махом. Черная труба очень сильно ржавеет. Деконденсат. Опа, солнце вышло, разница температур. Вот вам конденсат на листе. Ой. Вот хозяева. Здравствуйте! Здравствуйте. Мы тут с ним. Плицу-то снимаете? Мы? Показать, чтобы еще заказывали. Ее и так снимали. Да? Мы еще вот снимайте работу. Да, конечно, мы снимаем работу. Как вам навес? Нормально. К вам и обращаемся поэтому. Правильно, я поэтому снял, что в идеальном состоянии теплица. Как и должно быть у хорошего. Смотрим за ней. Да, правильно. Так вот. Вот еще, видите, дорожка подходит. Будет здесь подсыпаться, высыпаться. Вот наклеивается перфолента на торцы. Видите? Леня там клеит во все. И потом торцевой профиль одевать, одеваться будет. Что еще рассказать? Спрашивайте, ответим. Вот мы вчера заборы делали. Смотрите, как тут тумбами сделан забор. Тут ленточный, тут такой. Красота. Про этот навес. Сегодня его закончим. Пост выложим, все расскажем и покажем. Так что всем пока.